По предварительной информации инспекторов ГИБДД, водитель «Мерседеса», ехавшего в направлении Рязани, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус». От бокового удара «Мерседес» буквально разорвало на две части. Сидевшая сзади 11-летняя дочь водителя в детском удерживающем устройстве вылетела из салона авто в кювет. Пока не установлено, была ли пристегнута девочка ремнями безопасности или сидела в детском кресле не пристегнутая. От полученных травм девочка, а также 25-летний пассажир «Мерседеса», житель Краснодарского края, погибли на месте. Водитель «Мерседеса» с множественными травмами доставлен в областную клиническую больницу. В аварии также пострадали 24-летний водитель автомобиля Ford Focus, житель города Москвы, и его спутница, жительница Рыбновского района. С ушибами и ссадинами они также доставлялись в областную клиническую больницу. От более тяжелых травм их спасли сработавшие подушки безопасности. Сейчас дорожные полицейские выясняют обстоятельства этой автоаварии. Пока инспекторы ГИБДД установили, что водитель «Мерседеса» ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Есть предположение, что «Мерседес» так называемый сварной, то есть каркас автомобиля попросту сварен из двух разных половин машин одной марки. Разумеется, вещь эта очень ненадежная и опасная в эксплуатации.